Добрый день всем, друзья. Сейчас двигаюсь по направлению к дому. Позади участок хорошей дороги в кавычках Балаково-Самара. Кто ездил по этой дороге, то знает, о чем я говорю. Этот участок уже лет 7-8, ну а сколько я помню, я сколько по нему раз ездил, не знаю, может быть больше. Сколько на нем машин сломало, сколько подвесок поотлетало. Ребята, этот участок связывает, он режет, короче, путь на юг, когда едешь, намного, чтобы не ехать через Сызрань. Здесь режешь на Балаково, на Пугачев, на Энгельс, но это невозможно. Блин, все настроение портит. 20-10 километров в час. Заплатка на заплатке, яма на яме. Короче, где обочина, где как, разными путями. Народ едет материться, еще и знаки стоят там, 60-80. Там надо жопа в начале поставить, жопа в конце. Так вот, что хотел сказать, там скоро выборы, опять будут обещать до хрена нам чего. Вот этот губернатор Саратовской области, он куда вообще смотрит, я не знаю как. Народ же по-любому жалуется, и что, всем похрену что ли? Товарищ, наш президент взял бы, проехал по этой дороге на Ладе Калине, на желтой, и натянул бы потом этого губернатора за такую дорогу. Конечно, скажут, не все сразу, ну сколько уже лет, это просто невозможно. Кто ездил по этой дороге, палец вверх, лучше палец вниз, потому что это, я говорю, это жесть. У меня вроде не седан, полуджип, грубо говоря, но я тоже, ребята, еле-еле. Если еще едешь груженный, там банки туда-сюда, то это вообще сорокотень. Я думал, у нас на севере, там где плиты разбиты, это плохо. Там еще автострада, здесь вообще просто никак. По сравнению с нашими дорогами. То есть, если тут, не дай бог, что-то везешь хрупкое или там, я не знаю, кого-нибудь куда-нибудь доставляешь, в больницу или куда-нибудь, это все, считай, приплыли. После дождя вообще все ямки зальет, там ни хрена ничего видно не будет. Разобьешь всю машину в хлам. Короче, кто решил ехать на юг через Балаково, тем более на новой машине, 100 раз подумайте. Может быть, все-таки действительно лучше через Сызрань. Там не намного больше, километров на 150. Ну, здесь подвеску ушатаете, ребята, просто. Ну, не то, что ушатаете, но разболтается намного быстрее. Ладно, будем двигаться дальше. Сейчас выехали уже перед Самарой уже дорога, знаете, такая шелестит асфальт. И то нет-нет, попадаются участки, ну более-менее нормально. Но там километров 120, это, наверное, дорога, это срака полная. Говорю, сколько лет и ни хрена толку. Нету, даже не пытаются что-то делать. Всем на всех насрать, как говорится. Ладно, будем двигаться дальше. По приезду на север контент будем улучшать, много разного покажу, как и обещал. Начнется как раз осенний период охоты, сборов дикоросов и так далее и тому подобное. Пешая охота, охота с собаками. Ладно, до новых встреч. А сейчас пока еду домой, буду выкладывать. Может быть прикольный, может быть кому-то не прикольный, но контент поддерживать нужно, что-то буду выкладывать. Ладно, до новых встреч, пока.